Доброго времени суток, дорогие друзья, и как вы можете видеть, это первое видео с апдейтом, который именуется как Volume 03. Собственно, посмотрим. Очень много интересных интересностей нам тут обещали. Давайте же посмотрим. Так, значит, у нас сегодня вторничек. Тачечка заряжена. По-моему, по полной, да? Вот, собственно... Ага, этим мы закончим наше любимое место. Вот, фишка вот в чем. Теперь, по идее, если я правильно понял, Endurance, Select, Exit Garage, Continuar. Вот, собственно... Блин, delivery. Блин, delivery надо. What is happening right now? Fancy grabbing your wellies and putting a mini countryman through his paces. А чё, куда ехать? Ага. Ну нормально, чё, поехали, прокатимся. I see. You're attempting British. Tabo bean. Tutu pip. Uncanny. Like the queen herself just called. Так, а ну-ка, что у нас? Ага, надо ж... О! Ты что, опять прям... Слушайте, ну не знаю, какая-то дикая плавность появилась, может, мне кажется, конечно. Может, так и было раньше. Я Dangerous Driver? Да ни разу. Твой вообще не про меня. Ой. The city has always been cracking down on us. Sure, some street racers have side hustles that are bad for the city, but most of us do it because this is an art. Okay? А ну, чё, по дрифту? The city is our canvas. Ну такое. You paint all of us with the same brush, it ain't right. Even racers from the heights? Yeah, I get it. But hey, we're fixing our own lives here, aren't we? We don't need Mayor Stevenson to come in here fixing it our way. Копов просто обалдеть сколько. Remember that kid, and you'll do all right out there. Итак, это наша тачка на доставочку. Уф. Галкин. Галкин. Что-то мне подсказывает, что за эту музыку стопудово влетит жбан от Ютуба. Ну да ладно. Интересно рулится, слушайте. И чисто по проселочной местности. Ну, слушайте, интересно. Ну. Чисто такой ралли. Достаточная поворачиваемость присутствует. До рулежка, да? У нас вот как бы на время гонка, да? Надо ускоряться. Вот. Нифига. Не хочет она вот с перегазовки. Ладно. Есть ручник. Ну, как обычно у меня с доставками, я... Вместо зарабатывания бабок просто тестирую машину. Ну, сильно, да, как бы. Сильно медленно, если уж на то пошло. Так, это все, конечно, шикарно. Но я, по-моему, ехал сюда. No social media fails or snack requests? Hey, I'm not that predictable.
Вот это у них прикольные диалоги. Я, говорит, что-то такое-то предсказуемое. Да ёлки-палки, вы чё, ребята? Я нашел кнопку сразу попадать в карту. Круто. Ладно. All units, I think we have ourselves a racer here. Reward. Награда 12 кэсов. А тут вариантов как-то, типа, вот так подняться нет сразу? Фига так много объезжать. По-моему, классно. Просто запрыгнул и поехал. Тут вот так вот чик. На уголочек. Оп. А вот тут по оффроду. Не знаю, что-то как-то после этого патча какая-то безумная плавность появилась. Мне это так нравится. Хотя, между этими патчами я столько всего руками правил, что неизвестно, что повлияло. Наверное, все сразу. Так, что за тачка, что за тачка? Понятно, рейндж. Это жесть. И за эту музыку тоже стопудовый шпан. Прикольно, что можно немножко слегка подконтролировать в воздухе. Это прям помогает. А рейндж, кстати, неплох. Я реально думал, он будет хуже. Честно, реально думал, такое фуфло будет. А он вообще неплохо управляется. И цвет золотой, золото с черным, ну цыганские фокусы, конечно, но, ну блин, кайфовая тачка. По сравнению с предыдущей. Вообще мне надо немножко ускориться, а то хочется денежек уже чуть-чуть подзаработать. Вот так-то. 12 кэсов положили в копилочку. Я еще не успел доехать. Range Rover delivered. Your number one employee did it again. Работник номер один, говорит, выполнил свою задачу. Да дайте мне уже доехать-то. Later. Наконец. Навигатор, а ты в курсе, что ты мне по встречке ведешь? Ну так, чисто вот. Например. Hold on, of course. И звуки прикольные. Это я... Просто мимо копов пролететь на такой скорости. Вообще, была такая тема, что теперь можно тпхаться на события.
если за тобой не едут копы, насколько я помню. Ну да ладно, это у нас SK Street Race, да? Не, вот это прям интересно, вот это прям... А этот лирик, по-моему, на Макларене 570-м, и он у него прям хорошо едет. Ну, будем надеяться, что это будет фан, потому что... с оффродом. О, посмотрите, что делает. Они просто меня догоняют так, как будто я вообще не еду, да? И кто? Ну, конечно же, лирик. Понятно. Проиграть ставку нельзя. Но лирик скотина. Я уже начинаю жалеть. Может, надо было реально Макларена купить? Посмотрите, что творит. Я вообще не понял, что я сделал. Вау! Я чуть не промазал. А, нет. Блин, я по привычке в прошлой гонке чуть налево не поехал. А чё за прикол? Теперь у меня начинает гудок работать. У меня же на другом триггере он был. Надо догонять. Да вообще жесть, я никого догнать не могу. Сигналю пропусти. Ха-ха, вот это было четко. Вот это. Ой, я пока смотрел, что там кто за композитор. А, чуть в трафик не влетел. Нет. Нет. Зараза, блин, посмотрел, кто там играет. Это очень плохо. Так, где-то здесь должен быть этот. Ага. Надо вот так сделать. Как его 140 метров догнать? Ну зачем ты так резко в поворот-то вошла? Жесть, я этого лирика вообще никак догнать не могу. Жесть, а? А можно еще это скриптами мне помочь, нет? А то что-то как-то вот. Блин. А, сейчас тебе копы помогут. Угу. Не доехать. Только мне. А не ему. Просто жесть. Давай, мой хорошенький, желтенький, красавец, догоняй этого лирика.
Просто он отрывается, у меня тачка в максималке. Ага, ну конечно. Ты ну давай, ну что ты, ну газуй. Что ты делаешь? Зачем? Блин, я не знаю, это пипец какой-то. У меня реально машины не едут ни одна уже в который раз. Ну как можно так сильно обогнать? Может перезаехать? Не нравится. Поехали еще раз. Просто жесть. Ну как так? Самая быстрая тачка, имбовая эска. Я ни хера никого догнать не могу. А если меня обогнали, то все. Теперь у вас прощения просить за то, что, блин, второй раз перезаезжать эту гонку. А что делать? Ну и смотрите, где они теперь. Офигеть! Просто перекрыты дороги. А, вот тут я первый раз неправильно сделал. Блин, ну вот тут дуделка на этот стик, это прям плохая мысль. Или теперь дуделка на всех стиках? А, нет, теперь... Нет. Они поменяли это самое, кнопки. То есть раньше дуделка была на правом стике, а теперь на левом. Ну и чё, я в предыдущий раз, что прям настолько плохо проехал здесь, что вот... Что меня вот настолько все обогнали. Ого, чё копы творят, видели, видели? Разрушение гражданской инфраструктуры. Просто очень странно. Как-то скрипты, видимо, отрабатываешь, что со второго раза, вот, смотрите, ну как, на полкилометра оторваться. Ну, это очень странно. И, блин, как же это раздражает, и теперь дуделка на этом стике. Жесть. Была на правом, теперь на левом. Так, теперь делаем вот так. Вот так, вот так. Сейчас посмотрите, как красиво машина легла в поворот. Блин, лирик вообще на километр теперь отстает. Как это работает, а?
теперь тут можно немножко и повыделываться, правильно? Давай, сильнее закладывай! О-хо-хо-хо, что творят? А, здесь надо наручники броса сразу сходу. Ого! Бодренько догоняют. К сожалению, тут тоже вот так вот наручнички, аккуратно. Посмотрите, как так, лирик меня обогнал прям офигеть как, а теперь километр 600 позади. Да. Забавно очень. Плавный нежный дрифт получился, который мне на самом деле даже помог. Вот сейчас просто с перегазовки. Газ отпустил, газ нажал, и все. Красивый плавный дрифт. Почему не всегда так работает? Вот, вот, пожалуйста, плавненький дрифт опять. Блин, ну тема сигнала прям вообще максимально не нравится. Но вы поняли, просто в хлам всех порвал. А по времени, а теперь заметьте время, 5.11. А лирик приехал 5.06 в прошлый раз. Ну то есть явно какой-то косяк со скриптами, они как-то совсем неправильно работают. То есть он даже не финишировал. Ну не знаю, как-то очень это все странно. Так, а теперь давайте, знаете, чекнем. Оп, у нас есть с вами такая штука, да? Тут ашки, метапы. А нифига, а где вот кнопка маршрут? А было заявлено, что появится, если вас не преследуют, то вы сможете... Так, я думаю, вот сюда надо. Прям ты пыхнуться. Speed race. И чё это? И где кнопочка тпхнуться? Set waypoint, ну, назначен. Clear route, все. И где вообще тпхинг? Вот где это все? Чё-то changelog нас обманул. А знаете что? У нас есть settings, есть controls, key bindings, да? И есть у нас... А где, простите, ну, controls этого? О! In world. Итак, смотрите. Да, вот horn, видите, типа на левом стике. А был на правом. А, потому что у нас чат will появился. Короче, я бы... Чё бы я сделал? In menus, navigation. Блин, не нравится. А как поменять? А, тут просто нитро. Engine off, e-brake, ну понятно, ручник. Да, что-то как-то... Хотелось, ладно. А я вот так делаю. Цинь. Так, а мне ехать сюда, да? Теперь у нас есть вариант нарваться на коп чейс. Блин, так далеко ехать. Просто мега далеко. А
А у меня уже уровень розыска, который мне... А можно вот, по параллельной дороге объехать? Эй, Яндекс.Навигатор, а ну давай нормально навигируй меня, а то ну вообще... Стоп. Я забыл. Мне же вниз и направо, а не вверх налево. Здрасте. Ага. Ну и вот мы приехали. Чтобы не попасться, приходится делать вот такую дичь. Дичь рейсинг. Думай. У нас есть поля. Погнали по полям. Я больше вариантов вообще не вижу, если честно. Оу, где я? Почему я даже знаю, где я, да? Бегом. Потому что по факту можно положить 50 тысяч в банк. To the bank. Но карту. Да я уже рядышком, чё. А это Ашка, Paint City Black за 24 косых. Ну не знаю, как-то не знаю. Блин, так опрыгал. Машину прилетел. Блин, у меня всего лишь второй уровень. Чё вы так меня зажимаете со всех сторон? Жесть какая-то. Уху! Rapid Transit. Ну поехали, чё? Смотрел телефон, уже все стартанули. А ну не поддаться. Здрасте. Забор покрасьте. Да блин, почему ты... Она просто не поворачивала вообще, и ручник не работал. Вот просто... Не-не-не, это уже походу факапчик, да? Ну, я ладно, я что-нибудь попробую, но пока мне это безумно не нравится. Трафика дофигища, дофига копов. Я уже жестко отстаю. Походу это уже все, да? Я, если что, могу перезаехать. Но, блин, моя позиция мне вообще не нравится. Я очень сильно просрал. Прям максимально. Может, уже есть смысл перезапуск делать? Просто догонять 400 метров. Блин, опять читы, а? Посмотри.
Ну да, ну да, ну мне 300 метров догонять, это прям жесткая тема. Ну просто я не знаю. Я как бы сократил немножко, но выглядит нереально пока что, если они там где ничего не наисполняют. Ну да, исполняю пока только я. Ага. А кто мимо чекпоинта пролетел? А я все видел, я все видел. Ага, то есть ботам можно пролетать, да, мимо чекпоинта? Прикольно. Воу. Ну и как они меня догоняют? Не, ну вроде отрываюсь. Фух. Нормально. Ну это типа третий уровень, то есть в ночь идти на третьем уровне. Вот допустим safe house, да, вот показываю safe house, либо meetup, давайте чекнем. Нам показывает, что вот сюда Ашка Pain City Black можно. Слушайте, а чё нет? Так, стоп, у нас есть Corner King A+. Это у нас фигня, а вот это Street Race. Риски. Риски Street Race. Мне нравится. Поехали. Собственно, цель-то наша сегодня нафармить денежек. Я думал, это поломается. Нет, не ломается. Ну да ладно. А, хотя я могу и копов-то зацепить, никакая разница. Мне за них еще денег заплатят. Ну, смотрите. Дзынь, пролетел. Ха-ха-ха. Ну, сейчас они меня зачекинят. Ну, как бы уже нет. На третьем уровне не хочу с ними гоняться, потому что, ну, ерунда, мало денег дадут. Risky. Давно, да? На Митсу не гоняли. Поехали. Аж интересно, что из этого выйдет. Надо иногда вспоминать, с чего все начиналось. Давайте, вот после всех вот этих крутых тачек, да? Ну вот, не дали даже подрифтить. Посмотрите, что она делает. Она просто в дрифт ложится. Прям идеально. Просто вот-вот-вот. Контроль максимальный, стопроцентный. Не, я кайфую с этой тачки. Она прям... Я не знаю, почему я ее выбрал. Вот просто захотелось. А, я вспомнил этот... Fast and Furious, да, точно. Вспомнил. Я ж посмотрел Fast X. Такой, а чё типа не взять? Как машину этого парнишки, который заикался. Из первого фильма.
Whoa! Whoa! Risky! Слушайте, ну такое. Как бы оба еще бодаются. Ого, че это за статор был такой? Йеху! The best car ever. Не знаю, она мега крутяцкая. Просто на изи, да? 16500 вообще на изичном изи. Oh no, your car is at high risk. Oh no. President's Day. Это дрифтинг на А. Это же дрифтинг, правильно я помню? Слушайте, да уже нормально денег. Нафиг, домой. Вот видите, road. И нету кнопки типа давай туда. Нет. Обманули нас с fast travel'ом, как всегда. Если я успею быстренько to the bank сделать. Да посмотри, сколько они имеют трафика, и все как специально, да? Так, вот так, опять трафик, трафик. Блин, ну она классная, прям, ну мега классная тачка. Оп. Да, мы заканчиваем этот день, эту серию, но... Но есть одно но. Надо чекнуть. Да, понятно, что будет ночь. Итак, мы с вами делаем следующее. Да, типа у нас две новые тачки. Опс, нет, rides, rides. Давайте проверять вот эту лайбу. Заходим в Performance Parts. Максималка. 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 Вот это, по-моему, не надо трогать, да? Да, это лучше не трогать. Можно вот это, но не трогаем. Здесь у нас элитка установлена. Это установлена. Резина. Элитка установлена. Вот теперь интересно. А, так я сэпу уже поставил? Какой я шустрый, блин. Так и чё тогда здесь? Вот это не поставишь, уже все. Это уже стоит. Auxiliary, по-моему, сколько я помню. Супер. Ну да, вот, equipped. И этот супер, по-моему, да? Про супер. Это все, что есть. Restricted. Не знаю, значит, что, все настроено, что ли? Handling. А, и все, да? Можно даже до 332 дойти. И ничего не сделаешь. На 20% дрифт. Ну, смысл. Там она что мне делала? Не, ну можно вот так вот сделать. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Что здесь? То есть вы видите, да? А километры в час не меняются.
S. Но я люблю cornering. Cornering. Можно так 329 оставить. Ну все получается. А что, тачка закончена, да? И, соответственно, что, проваливаемся сюда. Ну что, дорогие друзья, в следующий эпизод будут уже ночные покатушки. Денег как бы есть. Тачка в максималочке. Так что на сегодня все. Вот такой вот интересный, коротенький, я надеюсь, эпизодик получился. Так что пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. До новых встреч. Всем пока-пока.